Собираетесь приготовить что-то диетическое и очень интересное? Сегодня я расскажу, как приготовить шашлык из курицы в маринаде из кефира. Кефир придаст мясу уникальные нотки. Приступаем. Такое блюдо может стать универсальным, ведь оно идеально подойдет как на обед, так и на ужин. Шашлык из куриного филе является диетическим блюдом. В качестве гарнира к нему можно приготовить салат из овощей. Наслаждайтесь прекрасным вкусом блюда и обязательно делитесь впечатлениями. Приготовление начинаем с подготовки основного ингредиента. Куриное филе промываем, просушиваем бумажным полотенцем и нарезаем на кусочки. Очищаем репчатый лук от шелухи и нарезаем его кольцами. Чеснок очищаем и пропускаем через чеснокодавку в отдельную емкость. Смешиваем мясо, специи, лук, чеснок. Хорошенько все перемешиваем и заливаем мясо кефиром. Оставляем курицу мариноваться на 12 часов. Нанизываем подготовленное мясо на шампуры и обжариваем на мангале. Важно не передержать куриное филе, чтобы шашлык не получился сухим. Обжариваем до золотистости и подаем к столу. Шашлык из курицы, маринованный в кефире, готов. Приятного аппетита!